Мое имя не имеет значения. Имеет значение то, что я собираюсь сделать. В детском саду никто не смел потирать мне сопли. Я, блядь, ненавижу этот мир и людей, которые пожирают его словно черви труп. Никто не сделал комплимент мне за мои, блядь, фантастические, потрясающие, блестящие волосы. Я утащу их в могилу столько, сколько смогу. Добро пожаловать всем! Это игра о ненависти. Эта игра немного непривычная, я имею в виду. Общин становится очень жесткой без причины. Прямо как мой. Но все они говорят, как и довольно скандальный. Я их не понимаю, потому что. Я не знаю. Я не могу воспринимать такое дерьмо серьезно. Итак, это я. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Нажмите G, чтобы кинуть гранату. Например, сюда. Да. Дерьмо святое! Ничего себе, это ты сделал! Ты просто сумасшедший! Эй, друзья! Привет! Ни один не похвалил мой модный плащ. Вы знаете, как много, блядь, я надежды вложил в него? Вспомните, как, блядь, клёво это дерьмо выглядело в Матрице. А ну верни сюда. Здесь, по-моему, не хватает зомби. Как они, блядь, вообще водят? Они едут все по одной полосе. Это полоса разделительная, вы идиоты. А если кто-нибудь умрет по вашей вине, я могу танцевать? А, дерьмо. Я просто танцевал, прости. А сделать экзекуцию с помощью ёбаной гранаты? Это было потрясно. О мой бог, ребят, вы смотрите холмного дерева. Я люблю это шоу. Ну а почему без меня? Это твоя душа. Ты знал, что это мое любимое этого шоу. Что? Ты сказал, что это? Убей меня. Окей. О, это мило. Что это было? Я же до него просто прикоснулся. Уходим отсюда. Построй путь самый центр для меня. Лица связываются в дама. Ладно, ладно, просто не двигайтесь. Просто постарайтесь не двигаться. Не двигайся. Я поначалу почувствовал копов тачку. И люди на дороге мне. Куда я еду? Простите. Очень, блядь, сложно что-то увидеть, когда все вокруг темное. Отправились спать, блядский ад. Больно. Но теперь это уж точно не больно, господи Иисусе. Я такой хороший. Люди мне тоже нравятся. Спокойной ночи. Вот так и будет совсем отлично. А, черт, это был реально клёв. Это был просто потрясно. Вы не должны даже спорить с этим. А, черт, мне нужно уходить. Нет, я почти выбрался. Ах, ты брось. А какого ху... Что это, черт возьми? Что здесь происходит? А! На помощь! На помощь! Ты сумасшедший! Давай! Ты прикажешься на мной? Ну ладно, суицид. Я не хочу по новой начинать этот уровень. Что ж, как видите, я застрял. Ну что ж, бро, мне придется закончить этот эпизод здесь. А вы как думали? Одна часть меня говорит, это видеоигра, так что всем насрать. Другая часть меня говорит, на мой вкус ее можно было сделать получше. Другая часть меня говорит, это так тупо. И последняя часть меня говорит, какого хуя там происходит. И последняя часть меня говорит, что люди, которые пережили опыт со стрельбой, будут очень в смешанных чувствах от этой игры. Я не знаю. Я заканчиваю на этом. Если вам понравилось это видео, несмотря ни на что, то поставьте лайк и увидимся с вами, бро, в следующем видео. Как обычно, вы клёвые, бро. Перевод и озвучка виски. Не забудь добавить это видео к себе, так что по нашей группе PewDiePie ВКонтакте, vk.com/club670-72400. Ссылка есть в описании. Ага.